Всем привет! Вы на канале RoboTube. В мире существует уже несколько компаний, которые хотят создать сервис летающего такси. Одной из них является немецкая фирма Lilium Jet, которая в 2016 году заявила о своем намерении создать электрический самолет с 5 пассажирскими местами, который сможет легко преодолевать большие расстояния на одном заряде. Его прототип уже создан, и недавно продемонстрировал свою работоспособность в ходе испытательного полета. Вполне возможно, что компания действительно достигнет своей цели и запустит сервис в 2025 году. Такси Lilium Jet полностью работает на электрической энергии, поэтому он способен не только очистить дороги от пробок, но и способствовать очистке воздуха от вредных примесей. Его конструкция состоит из двух неподвижных крыльев и нескольких десятков реактивных двигателей. На передней части аппарата установлено 12 вентиляторов, а на самих крыльях их 24 штуки. Реактивные двигатели могут менять свою ориентацию. Такая возможность обеспечивает как вертикальный, так и горизонтальный полет. Разработчики уверяют, что в крейсерском режиме полета с постоянной скоростью двигатели используют только 10% от максимальной мощности двигателей. Максимальная скорость аппарата составит 300 км в час, а дальность полета на одном заряде около 300 км. Благодаря всему этому, вместо 55 минут поездки на автомобиле с аэропорта имени Джона Кеннеди в Манхэттен, пассажиры смогут пролететь через этот маршрут всего за 5 минут. Недавно компания опубликовала видео с первым полетом аппарата Lilium Jet, который состоялся 4 мая в окрестностях Мюнхена. Конечно, полноценным полетом это назвать нельзя. Он поднялся в воздух без пилотов и пассажиров на борту. Тем не менее, компания признала этот полет успешным. Он станет отправной точкой к следующим испытаниям. Другие компании, такие как Airbus, ранее демонстрировали более впечатляющие полеты. Например, в начале 2019 года она провела испытательный полет летающего такси Вэна. На высоте 64 метров он достиг скорости, равной 57 км в час. Посмотреть видео полета Airbus можно у нас на канале. Что вы думаете о летающем такси Lilium Jet? Своим мнением делитесь в комментариях. Не забудьте подписаться и поставить уведомления, чтобы всегда первым быть в курсе новых событий и технологий.